Now I'm a decent guy, but when I lose my temper, heads roll. Let's see what you got. For the collector who has everything, now you can own a piece of our heritage that really means something. It's a taste of history with Old Horsey, a genuine replica authentic working Prohibition era domestic usage bathtub gin steel. Relive the humor, entrepreneurial spirit, and tradition of the glory days with a beverage that built a nation. Whether it's Ruckus Juice, Alley Bourbon, Skullcracker, White Lightning, or Mama's Medicine, no matter what you call it, the Old Horsey bathtub gin steel still never ceases to delight. With Old Horsey, alcohol is the solution in more ways than one. You can not only take the pain away of daily life, but also put it to all kinds of other soluble uses. Cleaning cuts, removing paint, Molotov cocktails, bleaching hair, removing sight, cleaning the toilet, or use it as a fun addition to breakfast, lunch, or dinner. And your superb vintage is a handy substitute for petrol in your car. And with the world about to collapse with Y2K, you can really never be too self-sufficient. Old Horsey, a genuine replica authentic working Prohibition era domestic usage bathtub gin steel. Visit bathtubginsteel.com for more. Jesus! Real gangster now! Также Rockstar подготовил для данного напитка свой промоутерский сайт. Познакомимся с ним поближе. Сайт встречает нас цветами, стилизованными под старину, создавая особое настроение. Вверху слева изображена ванна, обыгрывая название самого самогона. А также демонстрируя, что производится он в домашних условиях, внося атмосферу эксклюзивности и самодельности. По центру приведен текст из переведенной рекламы. Слева картинка с классическим винтажным кувшином для распития самогона. Прилагается фраза «Наполни свой маленький коричневый кувшин». Существует музыкальная композиция «Little Brown Jug» от Глена Миллера, повествующая о веселом напитке свободолюбивых людей, живущих в деревнях. На английском самогон называется «Moonshine», потому что готовился он ночью, при свете луны. Три икса на кувшине означает количество перегонок жидкости через дистиллирующий аппарат. После трех таких процедур количество спирта поднималось за 80%. Напиток представлял из себя практически чистый алкоголь. Такой напиток в кратчайшие сроки способен доставить человека в мир грез, погрузив организм в долгий алкогольный сон сражает наповал. Далее идет баннер, гласящий о бесплатной выпивке. Наверху справа приведен баннер со словами «Заплати однажды и напивайся бесплатно до конца своей жизни». Говорится о том, что даже одной бутылки с самогоном хватит надолго, или же она быстро перенесет в загробный мир. Далее перечислены способы применения самогона. Среди них очистка гнойных ран, также самогон позволяет снять засохшую краску. После идут советы уже из переведенной рекламы. Также на сайте играет заводная музыка в стиле кантри, композиция длится минуту. И финальная колонка с рецептами. Помимо уже рассмотренных в рекламе, здесь приведены следующие. Виски, кустарник, дырка в пне. По легендам, во времена сухого закона самогонщики прятали бутылки и кувшины со своим напитком в дырках пней. Далее идет рецепт с названием «Возрастной Казанова». «Счастливый Салли», «Удар осла» и «Хлопок деревенщины». Интересно, что Rockstar создавали отдельные сайты, зачастую интерактивные, для дополнительного погружения в игровую вселенную, знакомясь с разными интересными деталями. У первых частей GTA по одному такому сайту, у GTA 2 уже 7 сайтов для продвижения игры, у GTA 3 таких набралось 14, у Vice City 5, у San Andreas 6, у Liberty City Stories 10, 3 из которых мы уже разобрали, погружаясь детально в радиорекламу. У Vice City Stories только один дополнительный промоутерский сайт, у GTA 4 их 3, у эпизодов к четверке по одному, и у GTA 5 таких насчитывается 4. Бесспорным лидером по количеству промоутерских сайтов является GTA 3. На втором месте GTA Liberty City Stories и бронза у GTA 2. Большинство промоутерских сайтов недоступны, закрыты, но их сохраненные копии можно найти на просторах интернета в качестве скриншотов. Некоторые сайты прекрасно работают и сохраняют все свои анимации и интерактивности. Как, например, сайт музыкального фестиваля CrowFest. Продолжаем исследовать миры GTA. Впереди много интересных игровых экскурсий. Всем спасибо за просмотр. Желаю удачи, здоровья и воплощения своих целей.